сколько в тебе надо дури-то? Ты куда? Ты ебанутая? Ты что творишь? А я все равно стреляю хорошо, что у меня патронов не в дефиците. Пользовать. Я под... Это извращенец какой-то в кустах прячется. Золотой ключ, золотой ключ. А что тут? Что тут? Закрытый символ солнца. Так, нужно снова потыкаться во все двери, потому что я забыла, где от чего что. Тут сейф-рум, это я помню. Это заперто? Ну-ка, ты заперт? Солнце, да. Это выход во двор. Тут что? Символ солнца. Тут часы. А где золотой ключ должен быть? Тут dark room. Тут заперто. Символ земли. Закрыто с другой стороны. Для золотого ключа. А у меня есть золотой ключ. Вот он. А, блядь, я не могу больше нести. Бля, хреново. А что за книга-то? На кой хрен она мне нужна? Ну ладно, я тогда возьму, уберу нож. Ой. У тебя с другой стороны, а что тут с тобой будет? Ну лежишь, лежишь. От чего ключ тогда еще один нужен? Заперто, символ солнца. Че, во двор идти? Ну а что в проявочной делать? Это не работает. Зачем мне ее менять? Не, я пойду во двор. Я дурочку, пойду во двор. Тем более у меня ключи дофига. Что там, ключ? Подожди. Да бери карту. Нет. Ключ с символом луны. Золотой ключ. Я видела еще где-нибудь символ луны? Она моргает обычно, если у меня не открыто. Вон там есть. А это я где? А, это чтобы открыть там, где я вышла? Чё, правда? А я сейчас схожу проверю. Кажется, это то место, где я оказалась первый раз. Да какое они сюда? И что? Типа тот ключ открывает эту дверь. И зачем мне это? Ну, я его открою просто для того, чтобы у меня ключ пропал. Что, на кой хрен мне с тобой, с собой тут только таскать? Там надо помнить, что там книга есть. Зачем мне эта книга? Да, вот туда. А что, у меня нож есть? Да, есть. Ну да, вот она. Вот эта дверь. Предмет сброшен. Все. Так, это чтоб я поспала тут или что? Зачем мне это все? Использовать, использовать. И что внутри? Патроны. Обалдеть. Ради всего мне это все ключи нужны были? Неожиданно. Ладно, зато я избавилась от всех этих ключей. У меня появилось место. Могу аптечку взять и книгу. А, аптечка, кстати, указывается? Нет. Какая интересная игра. Бегаешь по дому, ищешь ключи. Иногда дерешься. Клёво. Так,
Вот там аптека, я ее заберу. А то я нездоровая на всю голову. С учетом того, что мне тут все лапают, кому не попадя. Так, что я хотела книгу забрать? А что мне с книгой делать? Куда мне? Может, ее сжечь к чертовой матери? А, нет, может, библиотеку нужно отнести? Там что-то было, куда ее надо положить? Тихо там. Интересно, я выйду во двор? Ну, куда-то мне надо же идти. Выйду во двор. Взять? Да, взять. Так, а что у меня есть? Золотой ключ, аптечка, красная книга. Патроны. Обалденный выбор. Ну что, только во двор идется. Идется туда, в этот двор. Куда еще? Похоже, здесь можно что-то разместить. А что я могу тут разместить? Мне нечего. Не книгу же во все подряд пихать. А, подожди, выход-то с другой стороны. Заплуталась. Зато отопление хорошее. Везде камин горит. Она же сама говорит, что жарко. Так. Я тебя помню. Опа. Реально волки! Сколько в тебе надо дури-то? Ты куда? Ты ебанутая? Ты что творишь? Бля, псы это плохо. Не люблю псов. Аптеку-то я скинула. Как неудобно. А что? Колонна рухнула, тут не пройти. А нам туда надо? Чё это? Здесь можно что-то разместить? Да везде. Так не проще это выковырять и туда вставить? А, это ты. А, там еще одна псина. На мужика-то похер, а вот эта псина меня бьет. Ой, блядь, наконец-то. Псина, это страшно. А чё в бочке? Чё в бочках? Не могу попасть. Так, ты неадекватный, по-любому. А чё так это? В тумане нихера не видно. Я стремаюсь так идти. Меня убьют. Же. Лежи. А, я тебя убила. Всё с тобой хорошо. Кажется, их можно сломать. Опа. Опа. Что это? Патроны, конечно, взять. Я вообще богатая на патроны. Ай, блядь, ты там ходишь. Иди, ходи, ходи. Ты, блин, попала же. Да сколько тебе надо патронов в голову? Я думала, у тебя эпично башка взорвется. А ты еще и поднимешься, да? Гад. Тихо. Тихо, 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 тихо. Голова льва. Похоже, я не могу снять ее голыми руками. Ну да. А можешь ножом ее это отковырять? Блять, еще один идет. Вам что, намазано тут? А, ну да, это я. Я, да, мною намазано. Ладно, это, походу, не вариант. Так. Что тут у нас есть? Можно обойти. Меня же не кусь. Меня, главное, не кусь, ладно? Все хорошо же будет. А ты меня кусь, я тебя знаю. Это что? Вам не под силу это нести.
Ладно, я съем аптечку. Я больная на всю голову, да. А это нужно с другой стороны обойти, и там как раз используют садовые ножницы. Я помню, куда. А ты что, неадекватный? Патроны, конечно же, взять. Как старый бомж поднимается. Ой, как хорошо, что вы медленные. А, мне аптечка... А, не, все, мне аптечка, все, воспользовали. Воспользовали меня всю, это моя аптечка. Сейчас пойду посмотрю, что там. А я все равно стреляю хорошо, что у меня патронов не в дефиците. Так, это я куда приду? Маленький замок. Так, а я не могу? Вот этим, например. Ни хрена. А это что? Закрыто. Ну а как иначе? Тихо. Так, а тут что? Блять. Тихо, тихо, тихо. Закрытый механизм. Так. Все нормально же, все нормально. Это просто страшные звуки. А так все нормально. Это что? Заклинило. Все, я тогда пошла с своими садовыми ножницами. Да все нормально, чего мне бояться-то? Реально псы украли. Права же была. Так. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. А это что, выход там какой-то другой? Так, это сюда надо пройти. Сейчас проверю. Так, это выход на улицу, да ведь? Да, и он ведет куда-то в другое место. Я-то не была. Я вышла в прошлый раз, потому что испугалась. Ну да, вот этого я и испугалась. А теперь мне там ничего бояться. Я отличный стрелок. А, они медленные. Ну, могла бы и лучше. Он какой-то жирный. Там, наверное, борода весь его урон впитывает. Не, наверное, с фиксированной камерой капец сложно проходить эту игру. А так, изи. Изи. Взять, взять. Чё мне? Чё, не возьму, что ли? Записка Геральда для персонала. Думаю, я совершил ошибку. Магистр приготовил последнюю партию эликсира для предстоящего ритуала. Это точно не Геральд из Ривии? Я был настолько взволнован грядущим преображением, о котором он столько рассказывал, что ненароком сделал пару глотков из стремительной чаши на кухне, пока никто не видел. Безусловно, магистр очень мудр и знает обо всем на свете, но мне кажется, в этот раз он использовал неправильный рецепт. Проглотив горькую на вкус смесь, я стал странно себя чувствовать. Мои руки и ноги почти не подчиняются мне, что затрудняет написание этой записки. А мысли? В мою голову лезут странные мысли о насилии. Это сводит меня с ума. Я не знаю, что происходит. Если буду кому-то нужен, ищите меня в ванной. Думаю, горячий душ поможет мне чувствовать себя лучше. Ну, вот тут Распутин и был Геральт, все понятно. А я думаю, он специально сделал такое зелье, чтобы у них приступы и насилие начинались. Что это? Голова. А от кого это голова? А, это от деда голова в библиотеке. А я сейчас пойду это... Я сейчас вернусь. Я сейчас вернусь. У меня есть план. Все понятно. Этот сектант понапоил их вот этой своей, не знаю, самогоном, которым там набодяжил. Вот их всех теперь корежит, колбасит. А что? Не нужно, потому что вступать во всякие секты. Кому это надо? Что там вообще делать? Кишки жрать? Так кишки можно и так жрать. Не обязательно для этого в секты вступать. А что? А Алиша вообще пофигу. Ну, занесло и занесло. Хотя, с другой стороны, а что? Чё ей? По этому поводу париться, что ли?
Мне кажется, тут сюжет очень условный. Тут геймплей куда интереснее всей истории. Просто ходишь по дому, ищешь ключи зомби. Так, это я помню, это мне вот сюда. Это сюда. Использовать. Я по... Это извращенец какой-то в кустах прячется. А ты что? А, ты этот, строитель? Я подумал, он какой-то там этот босс, яростный, не рыжий. Где нужно в эти точки попадать, чтобы его убить. А он просто в униформе. Дурак дураком. Медальон ангела. Подожди, медальон ангела. Нет, возьму медальон ангела. Возьму, донесу его туда и там уже брошу. А книгу мне... Книгу тоже в библиотеку. А чё я такая тупая-то? Сразу же было все понятно. Я сейчас возьму. Отнесу медальон в рум. Заберу голову. Притаскиваю это все в библиотеку. И дело решено. Может ее переодеть? Да не, нормально. Отлично выглядит. А хотя, с другой стороны, ее тут каждый лапает. Может, потому что она в майке надета? Надета. Расхаживает тут, понимаете ли. Сведет своими книгами в рюкзаке. И все пытаются прокусить ей голову, потому что она такая умная. Так все и было. Так, а где сейфрум? Тут сейфрум. Я все равно там все вещи поскидывала. Мне не обязательно идти на второй этаж. Увлекательно, шо пиздец. Очень жалко, что нельзя под эту музыку зомби убивать. Прям очень жалко. Так, а мне надо во двор. Я же во дворе видела голову. Блять, я опять заблудилась. Вечно я поворачиваю не туда, в этом околотке, и иду хрен пойми куда. Так. Я надеюсь, псы тут не родились? Пожа, мне сюда вообще? Нет, мне не сюда. А, мне вообще не сюда. Мне не в этот двор. Да ладно, нормальный дом. Почти как на курорте. Зомбей нету, и вообще просто гуляешь. По готичному особняку. Знаю, что здесь готовят порабощение мира. Жертвоприношение и все такое. А что, Алиша не сильно беспокоит, что она оказалась где-то в доме сектантов? Да и что ей беспокоиться? Она вон как пушка орудует. И ножом всем, кажется, ее вообще ничего не пугает. Да, Алиша? Да ведь? Смотрит на меня так подозрительно. Так, нам нужна библиотек. Библиотек. Взяли голову. А почему эта голова была рядом с бензином и лопатой? Изолентой. Кто-то, видимо, сломал статую и хотел починить. Бензином и изолентой. А почему нет? Они тут, извините, готовят кишки. Чего они от них еще ожидать? Где библиотека? На первом этаже, на втором? Я не помню. Но библиотека очень похожа на библиотеку во втором резике. Да это и неплохо. Не, наверное, надо было включать фиксированную камеру. Испытывать боль. И страдания. С непониманием, где враги и куда стреляешь. Хотя, с другой стороны, эту игру можно пройти дважды. Почему нет? Та-та-та-та-та-та-та. Где библиотека? Это библиотека. Нет. Я, блин, забыла, где библиотека. Вот она.
Спуститься, спуститься, конечно же. Так. Сейчас еще раз на картину посмотрю. А дед не тут собирается, кстати. Картина и башка у него находятся вообще не тут. А на втором этаже. Это я зря библиотеку так приперлась. Так, а где там проход был? А может это как раз через библиотеку нужно было выйти? Нет, там заперто было. Я заблудилась. Я моментально заблудилась. Где выход-то? Закрыто. Сейчас найду. Сейчас вспомню. Сейчас найду эту дверь. Так, тут ужрал, тут гробик. А где был проход на второй этаж? Это сейф-рум. Это что? Проход? Нет, это заперто. А, это куда? А, вот, вот тут, вот тут, все нашла. Где ты меня зажигала? Что? Да сейф-рум, наверное, я кинула. Где я могла еще кинуть ее? А тут мужик валялся, я помню. Валялся. Закрыто. Ой, как хорошо, что они не возрождаются. Было бы так тупо. Так, тебе, мужик, нужна книга? А подожди, у тебя уже есть. Статуи нет головы. Вот ему голова. Так, и на, держи... Что это? Да. А что, ему нужна красная. Не хочешь? Так, и что будет? Из книги выпала бумажка. А что с кристаллом делать? Это что за бумажка? Взять, да. Изображение древнего символа. Блять, охуенно. Теперь это всегда со мной. Мне стало легче. Так, позвонить? Все еще не работает, ну да. Так, а куда мне? У меня есть какой-то медальон. Куда мне его? Медальон. И синяя книга. А что мне синяя книга делать? Может, в библиотеку все-таки сходить? Там есть какое-то место для чего-то. А синий кристалл? Непонятно. Вот сейчас я точно заблужусь и запутаюсь. Так, а я чё? Я вниз посмотрю. Там были какие-то эти изъяны, выемки, куда можно что-то положить. Может, у меня что-то такое есть? А кристалл-то куда? Кому? А может, все-таки в главный холл кристалл? И сатану вызовем, и все, конец. Это что? Что-то положить. Так, а тут еще можно что-то положить? Нету книжки. Это присесть. А что не присесть? Нет времени отдыхать. Ну и дурочка. Это не работает. Золотая скважина для золотого ключа. Блять, тогда можно было что-то положить. А я что-то не положила. Хочешь кристалл? Хочешь книгу? Ну ладно. Ну здесь явно нужна какая-то то ли картина, то ли еще что-то такое. Так, я понимаю, та загадка была вовсе не обязательной. Так, а изъян для медальона куда? Куда мне его? Для какого медальона? Что я несу?
Какая-то вырезка ангела. Я не помню, что такого. Я не видела. Видела только голову льва. Выемки со львами, медведями. Так. Сейчас буду думать. А что тут заперто? А, да, символ Венеры. Символ Солнца. А у меня есть хоть что-то? Ой. Золотой ключ. А, золотой ключ, так, блядь. Извините. Я немного туплю сегодня. Так, и что тут? А, голова льва! Волка. И ключ, все. Так, а голова волка у меня где была? Где я видела голову волка? В главном холле? Или на фонтане? На фонтане была голова льва. А голова волка, возможно, была где-то в холле. Возможно. А возможно, не. Так, голова льва. Но я все равно сейчас вернусь в главный холл. Поскольку что? Поскольку там мне надо медальон забрать. Ангела этого ебучего. Подожди, я это куда иду? Я так выйду, выйду. Эти девки, они напоминают мне какие-то трупы, которые вдалеке стоят. Пугают меня, сволочи. Так, а куда? Где голова льва была? Это выйти. Это не работает. А, на втором этаже, наверное. Сейчас найду. А как мне выковырить голову льва? В таком случае. Кристалл тебе не нужен? Не, подожди, рано. А то вдруг стану вызову и не до этого будет. Так, что тут? Тут что? Тут девка. А где? Куда? И тут тоже не то. Блин, а где выемка-то была? Я не помню. Я забыла. Помогите. Блин. О, я использовала. Кристалл на месте. Действительно. Ой, блядь, что это? А, это типа выход? А если голову? Нет, нельзя. Блядь, а где же голова-то была? Что там в комнате? А что там в комнате? Подожди, там есть комната какая-то? Нет, тут заперто. Тут что ли? А, тут, видимо, за этим. Какая-то секретная дверь. Ну, в библиотеке какая-то секретная дверь. А волком никуда. Может, во двор сходить? Блин, я же видела где-то маска волка, маска льва. Еще сказала же поэтому что-то.
Нет, это маска льва. А это я не выковырю. Может, их надо просто местами поменять? Нет, не могу. А если разместить голову волка, что будет? Нельзя. Так я нашла, куда волка-то вставлять, ура! Я вспомнила. Так, вот она голова волка, теперь мне нужно узнать, как вытащить голову льва. И куда медальон ангела? Я вообще видела где-то ангела? Где ангела взять? Не очень понятно. Где же взять ангела? Я видела каких-то ангелов. А как, ножом не выталкивается этот лев? У меня синяя книга и медальон ангела. Что делать с медальоном ангела? Видела ли я ангелов вообще? Ну-ка, а если сюда применить книгу? Это работает. А что, можно было все сразу тут найти? А я ходила. Искать, да. Блин. Ха. А зачем тогда та голова льва? Все-таки там нужно что-то другая какая-то загадка в этом фонтане. На удивление. Так, ну и маску льва сюда. В смысле? А, это надо туда, видимо. Фонтан все-таки. Какая сложная система. Так сразу не разберешь. Ну да, я тут по 100 раз уже дома бежала. А с другой стороны, что, врагов тут нет. Бегай себе и бегай. Никто не мешает. Никто не блюет. Кто-то пытался заколотить окна, не очень удачно. А чё? А чё происходит? А чё? Чё дымится? А что с кострами? С каминами? Они что-то с ума посходили. Я тут дом потом сожгу? Так. Аж задумалась. Все-таки камин потом рванет. Так, имитацию, наверное, сюда. Куда ж еще ее? Так, я слышала, как что-то двинулось. Во, голова льва отвалилась. Интересный подход. Там вставляешь, здесь отваливается. А ты что? Ты ждал твой звездный час, да? Столько ждал, несчастный. Так, и обратно в библиотеку теперь бежать через весь дом. Нет, там еще кто-то какие-то звуки издает. Либо это просто фоном звуки, непонятно. Блин, а удивительно, что в этом доме никого нету. Ну, типа, если тут какие-то сектанты, то их, наверное, должно быть много для какого-то ритуала. Судя по зомбям, там полицейские, какие-то горничные, ну не горничные, а какие-нибудь этих прислужники, которые домом занимались, уборщицы. Ну то есть дом полон, если и трупов, то каких-то явно не тех, которые сектанты. Ну кроме Распутина, конечно. Распутин и так сектант. Так, библиотека. Библиотека.
Так, я смотрю, тут все вокруг этой библиотеки крутится. Сколько раз туда уже возвращаюсь? Сколько там предметов? А, вот проход открылся. Ну и отлично, раз он открылся. Что-то новенькое. А куда медальон-то, ангел? А у меня даже хилок с собой нету, если что. Меня блюют там все. 100 мне патронов много. А, это сейф-рум очередной. А что, тут ничего нет. Что это? Выглядит очень старым, будто столетней давности. Журнал доктора Арнольда Говарда. 5 июля 1801 года. Хоть группа и утверждает, что существует уже несколько столетий, но мне еще предстоит найти какое-либо доказательство этого. Все это время, что я провел в резиденции коммуны, мне было не совсем комфортно. Да вы вообще эту коммуну видели? Конечно, неудивительно. Ведь они много чего от меня скрывают, хоть я и пытаюсь убедить их, что являюсь лишь простым наблюдателем. Да, прямо мне об этом никто не сказал, но я убежден в том, что их конечная цель – до последнего вздоха слушать этому магистру. Это имя не раз всплывало в наших с ними разговорах. Думаю, что магистр – что-то вроде бога для членов коммуны, хоть они и говорят о нем так, словно он живет среди них. Я изучаю их уже на протяжении 2 недель, но мне до сих пор не ясна их конечная цель. Я знаю лишь то, что они ждут пришествия какого-то очень важного. Того, кто, как я думаю, положит начало какому-то великому событию, возможно, апокалиптического характера. Демонов, короче, вызывают. Сволочи. Это что? Медальон зла. У меня медальон ангела и медальон зла. Взять, конечно. А могу? Записать. Сломан. А что там? Так. А куда мне эти медальоны-то? Медальон зла, медальон ангела. В любом случае пойду в сейф-рум. Но я не помню, куда пихать эти медальоны. А, помню! Дверь! Чё я такая тупая? Конечно же, дверь! И мне как раз откроется новый проход. Сейчас сохранюсь. Сейчас сохранюсь. Сейчас сохранюсь и узнаю все тайны. Только полгода пройдет, пока я добегу до туда. А что? Какой у меня выбор? Тут скоростного пути не сделали. Только бегай. Чё там, что-то заморгало? Показалось? Не, камин по-любому взорвется. Я еще хилку заодно возьму. А я могу взять? У меня есть место? Нет, нет. Сначала сохранится.